Да ответьте же. Что-то с Рикардо? Что случилось? Ничего не случилось, дорогая. Успокойся, сеньор Линарес пришел. Пришел к тебе по делу. Что-то связанное с домом моделей, правда? Нет, неправда, Консуэло. Я пришел к твоей матери, а не к тебе. Мне нужна твоя мать. Маме? Хорошо, пожалуйста, извините, только... Я не понимаю. А при чем здесь моя работа? При чем здесь я? Моя дорогая, сеньор Линарес рассказывал мне, как у тебя дела на работе. Это так, сеньор Линарес, правда? Это действительно так? Вы за этим пришли сюда? Нет. Не за этим. Только думаю, что лучше твоей маме объяснить, зачем я пришел. Ну ладно. Пора тебе узнать правду. Я скажу тебе, Габи, почему сеньор Линарес здесь. Я расскажу то, что вам обоим следует знать. Обоим. Почему нет? Почему нет? Ах, мое прошлое. Но мое... Мое прошлое позади. Оно прошло. Прошло и точка. Да, да, да. Ведь и я... И я могу быть счастливым. Почему нет? Я могу начать новую жизнь. Знаешь, глупышка, своими выходками, своими пощечинами ты добилась того, чего хотела. Ты добилась своего. Ты заставил меня влюбиться. Но и тебе не поздоровилось. Конечно, благодаря тебе, благодаря судьбе мы встретились. И теперь можем быть счастливыми. Можем попробовать. Можем. Марисоль, пойдем отсюда. Минуточку. Отсюда ты уйдешь один, Дон Жуанишка. Я сказал тебе, ты сейчас вылетишь у меня отсюда. Пойдем. Послушай, что я тебе скажу, Марисоль, можешь идти. Только потом не возвращайся просить у меня работу. Для тебя здесь не будет места. А жаль, ведь это единственное, что ты умела делать. Пусть и плохо. Не прикасайся к ней. Убью, подонок. Убью. Успокойся. Он не стоит этого, честное слово. Не стоит. Успокойся. Я не убил тебя. Только потому, что не хотел пачкать об тебя руки. Ты понял, подонок? Понял? Успокойся. Но ты заплатишь мне за это. Ты заплатишь мне за это, мерзавец. Хорошо смеется тот, кто смеется Марисоль! Последний. Марисоль! Ну, успокойся.
Я не могу сейчас тебе ничего рассказать. Но можно я побуду у тебя дома? У меня нет сил вернуться к себе домой. Когда ты перестанешь темнить, друг я тебе или нет? Друг? Друг. Ну ладно, Эстер, успокойся. Оставайся здесь, я позвоню твоей маме. Плохо только, что мне с мамой надо идти на поминки, и ты останешься в доме одна. Ну ничего. А твой отец? Он должно быть где-нибудь пьет с Рамиро, ты же знаешь. А тебе надо просто поспать. Я оставлю тебе ключ. Только ты больше не плачь, понимаешь? Эстер, я не могу видеть тебя такой. У тебя есть время. А когда я вернусь, вместе подумаем, что делать. Ладно? Хватит, вот тебе ключи. Ну пока, не плачь. Ложись и поспи. Пока. До свидания. Пока. Твой дом, дружище. Подожди, я схожу за свечкой. Хорошо, я побуду внизу. Сейчас я принесу свечку. А где твоя жена и дочь? А, не волнуйся, я их отправил на поминки, так что не беспокойся. Что здесь творится? Кто здесь? Смотри, все разбросано. Что ж такое, а? А? В чем дело? Кто-то здесь был, а? Если кто-то был, он может еще оставаться здесь. Кто это мог быть, а? Кто бы это мог быть здесь, а?